А вот и море. Кто сейчас сидит перед экраном и смотрит это, быстренько одевайте маски. Будем наблюдать, что происходит под водой. И не забывайте задерживать дыхание. Ну все, ныряем. Прилипала в длину от 30 до 90 сантиметров. Присоска, которой она удерживается за черепаху, располагается на голове. По форме похожа на подошву, без характерного изгиба. Чтобы прилипала оторвалась от поверхности, ему необходимо сдвинуться вперед. А вот если его тянуть назад, то сила притяжения только усилится. В данном случае прилипала лежит на черепахе вверх тормашками, без малейших неудобств. Подмечено, что прилипала путешествует попарно, чтобы в будущем не утруждать себя поиском партнера. Орликовый скат держится прибрежных зон, любит заливы и коралловые рифы, редко отплывает от берега, ведет одиночный образ жизни, активен круглосуточно. Пятнистый орляк питается креветками, крабами, осьминогами, небольшой рыбой. Самое любимое его лакомство – моллюски. Дышит скат следующим образом. Набирает воду через два брызгальца, которые находятся за глазами, а выпускают ее через жабры. Главные враги у ската – акулы и человек. Защищается скат хвостом, на котором расположены ядовитые шипы. Рак-отшельник. Окрас зависит от вида и возраста особи. Есть синие, фиолетовые, красные, розовые с различными оттенками. Молодые особи практически всегда бледно-бежевого цвета. Размеры этих раков довольно разнообразны. Есть маленький с ноготок, а есть и с кулак. Мурена. Название рыбы из семейства угрей. Достигает 2,5 метра длины, при массе тела до 45 килограммов. Кожа мурены голая, без чешуи. Мурены живут на дне, днем прячутся между щелями камней, а ночью выходят на охоту. Питаются рыбами, раками и головоногими. Мясо мурен употребляется в пищу. Осьминог имеет три сердца, кровь голубая.
У самцов одно щупальце видоизменено в совокупительный орган. Изменение формы и цвета туловища в сторону более темного может свидетельствовать о том, что осьминог находится в агрессивном настроении. Если осьминог меняет цвет в сторону более светлого, это говорит о том, что он не настроен на конфликт и хочет избежать борьбы. Камбала мраморная. Рыбы-камень или бородавчатка. Она легко приспосабливается к окружающей среде, меняя при этом свой камуфляж. Зарывшись в песок или ил, она похожа на все что угодно, только не на рыбу. Длина тела до 40 см. На большой голове маленькие глазки. Рот огромный. Когда открывается, направлен вверх. Чешуя отсутствует. Спиной плавник имеет 12 острых колючек. Все колючки соединены с железами, которые вырабатывают яд.
Синеперый баллистот. В пищу не употребляется. Его тело может накапливать свинец. Дюгонь – самый мелкий представитель семейства сирен. Длина тела не превышает 4 метров, а вес – 600 килограмм. Самцы вырастают крупнее самок. На полях морские коровы не только щиплют траву, но и поднимают донный грунт и песок своей мордой, выискивая сочные корешки. У взрослых особей верхние зубы вырастают в короткие бивни до 7 сантиметров в длину. С их помощью животные выкорчевывают траву, оставляя на дне характерные борозды. Это фараонова каракатица. У нее, как и у осьминога, сильно развита мимикрия. Рыба-крокодил достигает 1 метра, ведет малоактивный образ жизни, большую часть времени проводит, зарывшись в песок, в ожидании добычи.
длинношипая рыба-еж. Когда на рыбу-ежа нападают, он всасывает воду в растяжимый желудок, выпрямляет шипы и превращается в колючий шар, в несколько раз превышающий свой исходный размер. Обратите внимание, как в спокойном состоянии прижаты шипы к телу. Рыба – летучая мышь. Рыба синепятнистый скат-хвостокол. Встречается повсеместно. На хвосте имеет длинный шип с зазубринами в форме лезвия ножа, удар которым может нанести очень глубокую рану. Рыба – метлохвостый губан. Звездчатый аратрон. Аравийская рыба-хирург сахал. В основании хвоста имеет костяные пластины, торчащие в стороны. Вблизи своей территории становится очень агрессивной. При нападении хлестким движением хвоста может сильно порезать этими пластинами. Червь – рождественское дерево. Веерообразный червь. Оранжево-шипая рыба-носорог не имеет рога на лбу, как у других рыб-носорогов. Носорог – близкий родственник аравийской рыбы-хирург сахал. Рыбка – жемчужный иглобрюх. Диадемовый морской еж. Тело у него сравнительно небольшое, с яйцо, а вот иглы могут достигать 30 сантиметров. При необходимости эти ежи могут передвигаться довольно быстро, со скоростью до 1,5 метра в минуту. Зелено-голубой хромис. Эти рыбки встречаются кучками и только одного цвета, или зеленые, либо голубые. От коралла отплывают недалеко, в случае опасности прячутся в нем. Thank you.
Эта рыбка – дьявольская скорпена. Она лежит, как правило, на отмерших кораллах, на которых ее очень трудно распознать, что это рыба. Крылатка – очень спокойная и неагрессивная рыба. Человека не боится. Когда вы приближаетесь к ней, она может оставаться на месте или станет потихоньку уплывать. Крылатка относится к скорпеновым. Эта рыбка – императорский ангел, молодая особь. Далее сейчас вы увидите взрослую особь. Глядя на них, ни за что не скажешь, что это одна и та же рыбка. Эта рыбка – императорский ангел, взрослая особь. Эта ярко окрашенная рыбка – королевский ангел. С возрастом она изменяет не только свою окраску, но и пол. Юные самки со временем превращаются в самцов. Акулохвостый скат-гитарник. Эта рыбка – полурыл-одногуб. Эта рыбка – корис-клоун, молодая особь. Когда вырастает и становится взрослой, то внешне они друг на друга ничем не похожи. Рыба желтохвостая зебрасома вырастает до 25 сантиметров, держится поодиночке или парами. Кого я таскаю за ус, это лангуст. Это рыбка Немо, правильно называется рыба-клоун. Рыбы-клоун живут в симбиозе с актиниями, прячась в их зарослях от хищников. Мягкий коралл ксениди пульсирующий. Своими движениями создает циркуляцию воды вокруг себя, в которую из организма выводится кислород, мешающий фотосинтезу. Пластинчатый огненный коралл, так же как и сетчатый огненный коралл, не относится к группе кораллов. На его поверхности расположены волоски, обладающие жгучими свойствами. Сетчатый огненный коралл, вопреки своему названию, не относится к группе кораллов. Размер веера достигает 60 сантиметров. При контакте стрекательные клетки могут вызвать раздражение кожи.
Это плоскоголовая скорпена.